Новые кареты скорой помощи получит Алтайский край. Соответствующее распоряжение подписал накануне председатель правительства России Дмитрий Медведев. До конца этого года в наш регион поставят 23 новых машины скорой помощи на базе автомобилей ГАЗ, УАЗ и Форд. Транспорт распределят между сельскими районами Алтайского края. Всего в российские регионы планируют поставить около 1500 машин скорой помощи. На это выделено 3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Отметим, в Алтайском крае уделяют большое внимание обновлению автопарка службы скорой медицинской помощи. За последние 10 лет медучреждения получили около 200 машин.